Всем привет! Если вы подписаны на мою страницу и следите за сторисом, вы, наверное, видели, что мой друг купил 211 Mercedes 5.5 компрессор. Сегодня мы поменяли в круг диски. Диски, конечно, китайские. Передние по 8,5 ширина, задние по 9,5. Резина гражданская. И вот мне стало интересно, стоковый компрессор 55-й, да, на чипе, сколько она может проехать. И я знаю, что тачка не полностью обслужена, во-первых. Во-вторых, резина простая. И я начал просто интересоваться, сколько машина может проехать. И говорят, типа 13 низких. И я только думаю, не может быть. То есть нормальный живой компрессор должен из 13 выехать, да? И моя задача сегодня проехать из 13. Конечно, у меня такого опыта нету на заднем приводе, тем более на Мерседесе. Замерять 402 метра. Ну, я замерял 212-й Mercedes, но учитывать то, что был полнопривод, конечно, это несравнимые машины просто, да? Я сейчас попробую замерить сначала 402 метра, а потом замерим 100-200. Еще раз повторюсь, машина на стейдже, но детали стоковые. То есть выхлопная система сток, коллектор сток, шкивы сток, все сток. Просто зашили программу. Так, первый, можно сказать, тестовый замер. Готово? Раз, два, три. Но я скажу, что да, тачка едет. Прикольно едет. Так, уже... Так, первый замер мне показывает, что я проехал 0,60, 2,8, 0,100, 5,15, квотер проехал я за 12,9 и 100-200, 10,88. Ну, вообще, это первый замер, и можно сказать, я справился, да, с заданием выехать из 13. Половина аудитории у меня в сторисе писали то, что ты не сможешь проехать из 13. Ну, первый замер показывает, что я могу. Я хочу отметить то, что я не профессионал, да, замерять мерсы заднеприводные. Но я сейчас попробовал с выключенным ESP, тачка становится вообще неуправляемой. И я решил то, что я эту кнопку трогать не буду. Я единственное попробую, наверное, на лепестках. Ну как лепестки, здесь есть типтроник, и попробую через как-то типтроник, может быть, быстрее будет переключать, возможно, и быстрее проеду, посмотрим. Короче, ждем второй замер. Прям каждый замер для меня это, да, испытание.
тачка действительно дико разгоняется. Я проехал 12.74, ребят, 12.7 я проехал почти что. Вот это результат, я понимаю. Короче, смотрите, 0.60, 2.7, 0.100, 4.96, из 5 секунд выехал, представьте, 0.100, 100-200, 10.46 и квотер 12.74. Так что мы сегодня выполнили задание. Хотели выехать из 13, выехали. Я еще раз напомню, эта тачка доработана только прошивкой, а так по железу все стоковое. Значит, на стейдже эта машина может ехать спокойно 12 высоких. Это вы представьте на гражданской резине. То есть, если мы поставим хотя бы полуслики, я думаю, 12,5, как делать нефиг. А если на сликах, то я думаю, с выключенным ESP можно проехать даже еще ниже. Но как бы дальше, да, уже можно готовить тачку. И тем более, учитывайте то, что на улице у нас минус 2 градуса. Представьте, на улице минус 2 градуса, и в принципе машина едет из 13 секунд. Это просто нечто, да? Ну, примерно округлим, наверное, под капотом 500 лошадиных сил. Ну давайте еще один раз третий замер сделаем, ну чисто уже, знаешь, подытожить, да? Сколько проедет этот Мерседес? Третий замер все так же с включенным ESP. Я чувствую, что в этот раз тачка начинает быстрее набирать скорость. И наглядно быстрее. Все, хорош. Все, это был последний замер. Я думаю, проехал еще лучше. Сейчас посмотрим. Да. Вот я почувствовал, да, жопой, то, что тачка быстрее начала разгоняться. И это правда. Потому что я проехал 402 метра 12.68. Вы, наверное, уже поняли то, что эта машина может спокойно проехать 12.5, да? Учитывайте то, что здесь стоят гражданские баллоны. Если мы поставим хотя бы полслики там застина, ну, конечно, в лучшем случае, то и 3.8, то тачка должна быть быстрее намного. Меня очень радует то, что эта машина 100-200 проезжает стабильно 10 низких. Для стейджа, я думаю, это отличный результат. Ну, давайте я сейчас отдельно замерю 100-200, потому что многие марсоводы, я вот заметил, замеряют 402 метра и отдельно 100-200. Так, пробуем теперь 100-200. Так, набираем. Все, хорош. На сегодня хватит. Я сейчас посмотрю 100-200, сколько мы проехали. Да, ребят, я проехал 100-200 ровно 10 секунд. Я думаю, для этой машины это отличный просто, да, результат.
перед тем, как завершить этот мини-выпуск, я хочу сказать, что то, что я ожидал, я получил. Тачка валит. Валит достойно. И хочу порадовать и поздравить Алмаза. Это владелец. Не просто владелец, он мой друг. Ты купил достойный аппарат. И вы, наверное, видели. Вот я сделал 3 замера с места. Один замер 100-200. Всем спасибо за просмотр. Ребят, кто не подписан на мою страницу, подписывайтесь, ставьте лайки. Делитесь этим видосом. Делитесь с владельцами AMG. Покажите, как едет полустоковый Mercedes 211 компрессор. Так что всем пока. Спасибо за просмотр.